предстоящие выходные свой профессиональный праздник отмечают медицинские работники. В республике уже начали поздравлять представителей самой гуманной и благородной профессии. Вот уже полтора года врачи, медсестры, весь персонал больниц продолжают сражаться с коронавирусной инфекцией. Длительное противостояние опасному недугу навсегда изменило работу докторов. Но сегодня они собрались все вместе, чтобы немного отдохнуть от привычных кабинетов, коридоров, белых халатов и противоковидных экипировок. Нарядные, красивые, они поднимались на сцену за заслуженными наградами. Звание «Заслуженный врач» Чувашской республики получили 4 доктора. Такая радость заслуженная. Значит, мою работу оценили. Из-за этой пандемии у нас не получалось встречаться. И вот сегодня я очень рада. Встретила своих коллег, знакомых и пообщались. Вместе порадовались. Несмотря на борьбу с ковидом, без внимания не остались и другие медицинские направления. Мы с вами занимаем первое место в стране по самой низкой младенческой смертности. Министерство здравоохранения Чувашской Республики занимает вторую строчку в рейтинге России по эффективности реализации национального проекта здравоохранения. Что цифровизация нашей медицины именно в Чувашии входит в пятерку лучших показателей страны. Самое главное, за всеми этими результатами вылеченные пациенты и спасенные жизни. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика.